Между тем, казахстанские спасатели завершили свою миссию в Афганистане. Группа из 45 человек готовится к возвращению домой. За два дня наши соотечественники извлекли из-под завалов погибшего ребенка, оказали медицинскую помощь 80 пострадавшим жителям и осмотрели участки сотен разрушенных домов. Также по запросу местных властей казахстанские спасатели совместно с представителями дипломатического корпуса проверили безопасность 9 палаточных лагерей.